Видеокурс «Стриттай. Неуязвимый уличник». Узнай, как оставаться нетронутым в уличной драке, убойную комбинацию, а также как работать лоукиком на улице. Ссылка в описании под видео. Итак, последняя комбинация убийственная, которую я тебе дам, она делается в основном в атаке, конечно. То есть ее можно делать после того, как ты разорвал дистанцию, или когда ты видишь дистанцию, что противник уже явно идет тебя бить. То есть, чтобы не ждать от него удара, ты просто начинаешь эту атаку первой. Эта комбинация довольно-таки опасная, поэтому бить ее надо также, то есть думая, да, так как в ней будет первый удар, это левый лоу-кик, и он будет нацелен именно в пах, именно не в ногу. Конечно, если ты чувствуешь мощь своего лоу-кика, ты можешь его пробить по внутреннему бедру. Но для надежности, для такого результата наверняка, как говорится, его лучше бить, конечно, в пах на улице. То есть суть всей комбинации. Левый лоу-кик сразу работаем в пах, добавляем сразу же левый прямой. То есть у тебя должна быть такая связочка. Раз, два. Это очень неожиданно. Перевод с ноги на голову. Обычно, да, то есть он идет здоровый такой пацан на тебя. Ты сразу пробиваешь пах, он подгибается и чисто, очень чисто и хорошо получает левый прямой в голову. В левый прямой нокаутирующим ударом очень редко бывает и навряд ли будет. Поэтому мы продолжаем сразу правым апперкотом. Задача подбородок. То есть пробил в нос, сразу правым апперкотом. И уже здесь, делая прихват или беря в клинч голову, что еще более лучше. То есть старайся заклинчевать, наклонить его и уже работаем коленями. Один-два удара колена будет достаточно. И еще раз вся комбинация. Нарабатываю с тенью на мешочке и уже потом с напарником. Вся комбинация. Левый лоу-кик, левый прямой, правый апперкот и колено в голову. Как это будет выглядеть с напарником, сейчас покажу. Итак, применяем ее на атаке. Идет борзый дядька, такой, говорю, стой, он не понимает. Сразу левой ногой даю между ног. С напарником это все делать аккуратно, чтобы серьезно не дать между ног. Сразу даю левым лоу-киком между ног. Он подгибается левым прямым. Я его достаю отсюда правым апперкотом, добавляю, беру за голову, то есть двумя руками я сразу захожу за голову ладошками. Ни в коем случае не перекрещивайте пальцы. Просто ладонь на ладонь или ладонь на ладонь захват. Беру, наклоняю его голову и отсюда раз, два, колено. Но этого будет достаточно. Дальше можно уже, скорее всего, противник просто упадет на пол. Возможно, до удара коленями дело и не дойдет, но когда даже он будет падать, то есть встретить коленом, очень даже хорошо. То есть все, я стою, вижу, сразу, раз, не раздумывая. То есть на меня уже сунет агрессивно настроенное быдло. То есть ждать, пока он ко мне подойдет и лбом ударит в нос, я не хочу. Поэтому говорю, стой и уволю. И он идет не понимать. Сразу бью левым лоу-киком между ног. Он наклоняется отсюда сразу. Левый прямой будет в голову. Правый апперкот сразу снизу. Подниму его немножко. Дам ему расслабиться, чтобы он подумал. И отсюда просто захвачиваю, наклоняю. Когда я делаю захват головы, я не делаю ее с дистанции, да, на прямых руках. Я вешаюсь ему на голову. То есть я ее хватаю и поджимаю к себе к плечу. И как бы сверху на голове вешу. То есть я ему не даю никаких шансов подняться. Я просто на нем вешу. И отсюда колено. Достаточно одного-двух ударов. И еще раз это в динамике, скажем так. И еще раз на лапы. Вот этого будет вполне достаточно, чтобы закончить поединок сразу.